О ситуации в Афганистане в своем твиттер-аккаунте рассказывает популярная американская актриса и специальный посланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли. Первая публикация известной актрисы повествует о нарушении прав человека в Кабуле. Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и самовыражаться. Поэтому я пришла в Инстаграм с целью поделиться их историями и голосами людей, которые борются за свои основные права человека по всему миру. Джоли разместила письмо афганской девушке и подростка, в котором говорится об изменении в жизни общества в связи с приходом к власти талибов. Актриса призвала всех неравнодушных оказать поддержку и помощь народу Афганистана. На аккаунт Джоли в социальной сети подписались уже 3 миллиона 700 тысяч человек.